свои портянки и заменил в трусах резинки. Грузина нравится армянке, армян нравится грузинке. Вчера мы выпили две банки и потащились в гости к Нинке. А после, кажется, Катьянке хотелось хоть какой новинки. И вот в районе Молдаванки, надежно застегнув ширинки, мы взяли палки, сам себя лки и совершили селфи-снимки. Потом, ну чисто так по пьянке, мы грели суп на керосинке. В гостях, как будто у армянки, что странно, шли-то мы в грузинке. В том супе плавали поганки, туда добавили мясинки. И чё, ничего, залезли в санки, запели будто в Маринке. Встречались нам мигалки, то мы швыряли в них бутылки и танцевали под шарманки. Такой гопак, типа резинки, в ладоши хлопали армянки, грузинки, даже осетинки. А к ним сука автостоянки, чертям своим забросив ринки, глотая капли валерьянки, спешили им же половинки. За ними бросились пацанки, шатынки, всякие блондинки. Никто не ждал такой подлянки, я потерял свои ботинки. Спорили грузинки, грузинки лучше, чем армянки. Что? Армянки лучше, чем грузинки. А кабардинские болгарки в платочках типа паутинки. Лучше всех армянки. Что? Лучше всех грузинки.